Блум-блум. Ешь нормально. Открой. А ты вчера плакала. Представьтесь, ребят, у нее вчера такая была истерика, она так вчера плакала. Очень плохо наклеена. Маргариты нет, я вам покажу сейчас, что мы с Ксюшей готовим для нее. Вот. Похоже, нет? Думаю, очень похоже. Доброе утро. Приветик всем. Смотрите, как Маргарита спит. Она как не знаю, в кокон закрутилась. Такое одеяло пышное. Закрутилась и спит, главное. Так смешно со стороны смотрится. Такая куча. Ксюша встала пораньше, ей сегодня нужно идти на урок. Какой урок? Не знаешь. Да, в общем, будут они сегодня учить правила дорожного движения, будут учить правила дорожного движения, вождение велосипеда. Как вот мы, взрослые, учим, как на машине ездить. А здесь в школах детей обучают, как ездить на велосипеде правильно по дорогам, да. Они учат правила дорожного движения, все знаки. И получается, в этом году Маргарита будет сдавать экзамены. На дороге. Да, на дороге она будет уже сдавать экзамены на велосипедах. А в 4 классе, вот как Ксюшка, они только изучают. Учатся. Поэтому Ксюша сегодня первый урок по вождению велосипеда. Вот. Поэтому Ксюша немножечко переживает. Вчера она сидела с папой, учила все эти знаки. Да? Ничего страшного. Это всего лишь урок. Это еще не экзамен. 2 часа? Да. Вот там будем. В общем, они сейчас поедут в какое-то место специальное, да? Полиция будет объяснять, учить. А Маргарита еще спит. У нее такое одеяло пышное. У Маргарите еще можно поспать, потому что еще рано. Можно еще полчасика поспать. А Ксюнчик уже собирается, потому что ей нужно раньше выходить. Спит заяц. Единорог, то есть. Шлем нужно обязательно, да? Хочу косички, потому что с ластиком неудобно обдувать. Ну да, косички сейчас заплетем. И вам надо вот здесь вот закрыть, чтобы здесь вот один палец. Чтобы не болталось. Угу. Давай, заплетаться. 2 косички. Угу. Давай. Где наша сладка? Ой, она ушла сразу. Ах ты какая, она пить, наверное, хотела. Готово. Теперь шлем налезет, а то на хвостик не налазит шлем. Все. Бери шлем свой. Че, не хочешь? Нормально, все будет, не переживай. Так, надо Маргошу будить уже. Маргарита. Эй, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ой, что там? Ку-ку. Ку-ку. Блум-блум-блум-блум-блум-блум. Пошли кушать. Смотри, как она как этот в кокон запуталась, смотри. Она как в коконе. Давай, вставай. Главное, ноги открыты. Мне еще нужно Каролину будить. Что ты там?
Она вон там где-то запуталась. Вот туда она ушла. Или вон там она. Плёткую. У нее там норка. Ой, Тиня. Манюнька. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, красавица. Доброе утро. Как дела? Держи эту сейчас на мне. У нее там есть норка вот тут вот. Под вот этой вот досточкой. Не досточкой, а вот эта вот штучка такая деревянная. Там у нее дырочка и ямка. Она там сидит. Мы уже все места ее знаем, где она сидит. Да? Где она прячется. На виде прячется. Малышка. Такая пушистая. Давай, пошли уже. Я хочу. С собой взять? Да не меня ты грызи, ты чего? Она всегда кусается. Она меня за палец грызет. Ты чего? Ты чего? Балда. Ух ты какая. Иди сюда. Ты чего меня грызешь? А? Опа. Ты чего меня грызешь? Чего ты меня грызешь? Она так потихонечку, она не сильно грызет, она просто цепляет так вот. Ой, побежали. Побежали. Чик. Давай, побежали. Давай. Вон сюда, спряталась. Доброе утро. Как Маргарита просыпается, это вообще можно смотреть вечно. Давай. Эй. Смотрите, вот этих вот двоих невозможно разбудить вообще и поднять. У нас что, одна спит, я уже ее 10 или 15 минут ее уже бужу. Она все равно спит. Она укрылась и дальше спит. Каролину принесла. Она тоже лежит и спит. Одна Ксюша. Ее разбудишь, Ксюша, вставай. Она какая-то встала и пошла. А это спит. Ей все равно. Маргарита. Марго. Папочка. Ну все. Надо очень. Чуть-чуть надо. Давай, обувайся. Че, ты не хочешь кушать? Давай кушай, ты сама сказала, хлопья будешь. Кушай давай. Проснулась. Можете мне, пожалуйста, сделать спорт? Я забыла. Маргарита. Все, пока-пока. Давай, пока. Так, одна ушла. Ты на немецком с ней разговаривай. Воспитательница сказала, что с Каролиной надо на немецком разговаривать. Да? Давай ешь. Ешь нормально. Мама, открой мне. Как сегодня Макс ночью кашлял? Я ж спать не могла. Маргарита. У тебя с утра заходы, что ли, уже? Эй, только не говори, потом у меня в школе будет выйдет. Что в школе будет? В школе я буду на уроках. Смеяться? У вас учительница такая, что вам нельзя. Нет. Ты еще не пробовала посмеяться на уроке? Нет. Боишься? Я уже видела, как она других наругала. Да? Я представляю, Маргарита сидит на уроке такая... Давай зубки чистить быстро. Тебе плохо? Давай иди с Маргаритой быстрее, Каролина. Желтенькая. Вон сверху лежит. Косичку вытащи. Что-то
что Яна не звонит. Она ждет внизу, наверное. Давай быстрее. Что Время уже выходит. Что? Столько картонов не надо. Да, вот эту тоже надо взять. Это все? Да. Три пакетика, они легкие. На, держи. Вот он. Мерхамид. Мерхамид. Там сегодня картон выкидываем. Да? На. Все, пока. Пакет не забыл. Ой, там он пакет. Все, пока. Чао. Као. Все, пока. Ребят, пока Маргариты нет, я вам покажу сейчас, что мы с Ксюшей готовим для нее. Ну, влоги она все равно не смотрит, поэтому мне не страшно показывать. Вот. Такая вот коробочка с сюрпризом внутри. Мы уже упаковали. Конечно же, еще рановато, но все равно мы решили. Ну, вот здесь вот так вот, смотрите. Раскрывается коробочка. И вот здесь вот на стеночке мы будем приклеивать разные вкусняшки, не знаю, покупочки какие-нибудь, конфетки там, шоколадки, не знаю. В общем, вот сюда на стеночке, здесь вот со всех сторон. Ой, сюда еще надо наклеить. Мы будем что-нибудь приклеивать. Здесь еще одна коробочка тоже открывается. Вот так вот. Вот здесь еще одна. Ой, то надо было тоже заклеить. Мы видели, в общем, вот столько коробочек. Здесь еще будет одна маленькая коробочка. В общем, здесь все у нас будет заклеено разными вкусняшками. Посмотрим, чтобы у нас еще, конечно, поместилось. Здесь очень мало места. Вот так вот. Что-то нужно такое плоское купить, чтобы у нас коробка закрывалась. Вот здесь будет стоять еще одна коробочка маленькая. Самое главное, не знаю, то ли одна будет последняя, то ли еще одна меньше. И еще внутри еще меньше. В общем, посмотрим. Еще здесь будет коробочка, будет там внутри самый главный для нее сюрприз. Пока я вам не скажу, что увидите потом. Все секреты не расскажу. Ну, в общем, и вот такая вот у нас такой вот сюрприз получится. Еле как нашли коробки от обуви. Обычно мы, когда обувь покупаем, мы коробки с собой не забираем, чтобы у нас не валялись они потом дома. В общем, еле как нашла. Вот недавно покупали обувь Максу Каролине. Такие вот коробочки, обклеили их. Вот. Вот так вот. Вот такие вот дела. Здесь на крышку тоже что-нибудь будем вкусненькое клеить. Здесь тоже. Вот. В общем, вся она будет в всяких разных сладостях. И посерединке будет самый-самый-самый главный приз. Очень классный. В маленькой коробочке. Такие вот дела. Сейчас они уже скоро вернутся. Через минут 10, наверное. Я пока это спрячу. Смотрите, тут стоят наши слаймики, которые уже поступили в продажу. Вот этот только надо сделать. Мы сделали как образец. И у нас еще стоят вот здесь вот. Еще вот тут вот 4 стоят. Некрашенных. Их нужно покрасить. Вот этот вот. Очень красивый. Очень красивый. Вот такой вот у нас апельсинчик тоже очень. Смотрите, а, апельсинки, он так пахнет. Просто вообще обалденный запах апельсина Фанты. И это вот такой вот. Сейчас воздух выходит. Еще не совсем вышел воздух. Это джем слайм, джем текстура. Здесь клубнички. Что-то у меня голос пропадает. Клубнички Фима и слюда. Так тоже блестит. Вот. Ну и, конечно же, арбузики наши тоже. Я их, переложила я их по баночкам, и тут воздух остался. Теперь нужно ждать, пока он выйдет весь. Тогда будет красиво. Здесь тоже арбузики Фима. И черные блесточки, чтобы там видны были эти
Вот, может быть, видно. Такой вот. Вот, нужно, пока мы сделали, пока не стали делать много. Вот. Как только начнут заказывать, так будем делать еще. Мы много сразу не делаем, потом уже по ходу дела. Когда много заказывают, тогда начинаем уже. Вот так вот. Нужно еще клей скоро должен прийти. Тоже такой вот прозрачный. Еще одна бутылочка. И здесь у нас снежный слайм. Его осталось покрасить. Я разместила по баночкам, чтобы он у меня не лежал в этом контейнере отдельно. Чтобы примерно знать, сколько у нас. Как приходит заказ, так мы красим. Привет. А ты что, я думала, ты... а где? А, Каролина здесь, я ее не увидела. Как дела? Хорошо. Маргарита, не знаю, не пришла еще. Как? Ну как? Давай рассказывай. Очень-очень просто. А ты вчера плакала. Представьтесь, ребят, у нее вчера такая была истерика. Она так вчера плакала, что она ничего не знает, что у нее не получится, что она... Подарили. Привет, привет, привет. О. И у меня нет никакой ошибки. Никакой ошибки нет? Ты все сделала правильно? Умничка. Ну видишь, а ты больше переживала. Это ж просто. Папа тебе же сказал, что проще простого. А в 5-м классе у нас будет с полицией тест на... Вот у Маргариты будет в этом году, да. Маргарита в этом году будет экзамены сдавать. Они будут ездить уже с полицией по дороге. В общем, это как вождение автомобиля. Потому что здесь у каждого второго велосипед. Даже не у каждого второго, здесь у каждого в Швейцарии. У ребенка, не знаю, у взрослого есть велосипед. Поэтому в школах принято преподавать вождение велосипеда, да, и принимать даже экзамены. Поэтому без этих экзаменов девочки не смогут ездить по дороге, да, если нужно будет обязательно. А вам потом какой-то документ дадут или что? Какую-то бумажку? Здрасте. А что ты одна? Разминулись, что ли? Как? Ну, с Ксюшей не увидела ее, что ли? Нет. Жарко? Да? Молодец, молодец. Все хорошо у нее, все правильно. Потому что когда у меня это, когда я... У меня тоже была такая штучка, карточка. Но у меня было тут очень много точечек. Что-то неправильно сделала, что ли? Полиция же про дырочку делает, когда что-то неправильно. Вот здесь он здесь смотрит, что-то неправильно сделал. Дырочку. Угу. А я не помню, чтобы ты такое приносила или ты не показывала. А потом я буду ехать в школу с великом. Да, потом можно на велосипеде ездить в школу. Хотя там тебе так близко, зачем тебе ездить? Ой, что все равно? Быстрее. Ты больше объезжать будешь. Быстрее. А куда еще быстрее? Тут 5 минут до школы. Что быстрее? За одну минуту. И вниз. Маргариту утром с кровати не подымешь нормально. Мне кажется, она утром на велосипед не сможет даже сесть. У нее сил не будет на велосипед. Девчули, чем занимаетесь? Что вы делаете? Что за буковки? Зачем? На двери. У тебя буква М. Вот что нам, все, что нам нравится. И куда ты эту наклейку наклеишь? Все наши подписи. Опять дверь будете за это... Только покрасили дверь и опять будете заклеивать ее. Ну, скотч. Ну, так скотч потом пятна оставляет. Клеем. Клеем? Конечно. Еще лучше. Маргарита. Очень плохо наклеено. Не видите, вот под маленьким. Ну, что это? Это Ксения сделала. Ну, посмотри, мам. Ну, что она сделала? Нам тут папа принес игру какую-то настольную. Мы не знаем, как в нее играть. Да тут у нас есть очень много. А что тут за мумия какая-то, что ли? Ну, не знаю. Ну, и что-то надо делать. Вот так вот им надо вставлять. А да, здесь фишки какие-то. Смотри. Прям... Я не знаю, что это. Ну, как-то, как-то, наверное, должно это. Больше ничего нету, только вот это? Что-то она же значит, и вот эти фишки тоже что-то значат. Вот еще и тараканы какие-то. Ну. Тут есть такие вот. Это фараон какой-то, в общем. Тут есть эти.
Не это, знаю, наверное, старая игра, что даже нет на Ютубе этой инструкции. И мы читаем, в общем, никто не может понять, как играть. Видишь, вот это надо вставлять. Я знаю, но это мы уже... Я уже попробовала, это как-то не... Видишь, как-то должны совпадать, что-то из этого означает. Это нужно очень хорошо знать, что означает, допустим, вот это вместе с этими. Господи, это ж тяжело играть. Решили на роликах покататься? Что упало? А, вот что вы сделали. Это все наши хобби. Ага, прикольно. А моя это пинки. МК. МК, Family Vlog. МК, Family Vlog. Понятно, полчасика до 8 часов. Нам тут вчера посылочка пришла от нашей бабули. Бабуля. Да, от моей бабули. Она прислала мне целую коробку с фотографиями, со старыми. Вот эта вот вот эта вся коробка здесь. Все фотографии мои, мамины, бабушкины, Маргаритины, Ксюшины. Тут все фотографии. Хотела показать я кое-что. Хотела это. Хочу показать кое-что. Так, вот здесь фотографии. Здесь моя мама. Так, вот я маленькая. Это мама моя и бабуля. Это я маленькая. Хотела показать одну фотографию. Это мой дедушка, вот моя мама. Знаешь, какая мне фотография нравится? Я хочу найти маму маленькую, где они очень похожи. С Маргаритой? Да, где эта фотка? Я сейчас опять ее буду искать. 300 лет. Блин, как кукла. Да, вот это вот, вот это вот моя прабабушка получается. Как кукла. Вот, с Украины. Вот это вот, смотрите, как она одета. Как кукла, говорит, вот тоже. Ну, вот. Не у лицо. Это тут такое... прадедушка, в общем, дядя, там их его, там брат, в общем, это вся вот родня. Фотография, где Маргарита в платочке. Да. Это вот моя мама в платочке, по-моему, они похожи очень. Сейчас покажу. Тут есть одна. Вот. Вот. А теперь открой свою фотографию. Смотрите. Вот. Это мама. Они прям... Ксюша только на кого похожа, не пойму. По-моему, Ксюша всего от всех по чуть-чуть взяла, мне кажется. От всех по чуть-чуть. Бывает такое. Вот. Вот глаза. Единственное, что не похоже, это глаза. Все остальное, улыбка, вот это вот, все вот ушки, голова, вот это лоб, все похоже, смотрите. Вот это моя мама, а это Маргарита. Вот такие вот дела. Это мой дядя. Это ты была мама. Это вот на меня прям похоже, да? Да. Когда я маленькая с косичками. Тоже моя мама. Это Маргарита на пылесосе. Она на пылесосе, типа. Я помню, что когда-то я, когда мы в гости кому-то пришли. Это вообще обалденная фотка. И потом мы кому-то в гости пришли. И потом я просто села в картон. В картон села? В коробку? У мамы. Не знаю. Тортик кушай. Тортик кушай. А это я в первом классе. Это я в первом классе. Первый раз в первый класс. Вот, получается, моя мама с косичками. И вот я с косичками. Похоже очень. Это я на последний звонок, когда заканчивал 11 класс. Вот. Похоже, нет? Я думаю, очень похоже. Такие вот дела. Так что мы все в мою маму. Только я нет. Ты просто взяла от всех по чуть-чуть, честно. Ты мне кого-то иногда напоминаешь, вроде и меня, и там, не знаю, дедушку, бабушку, всех, в общем, ты и моего брата, и всех-всех-всех, в общем, ты мне напоминаешь, поэтому ты взяла... Микс. Да, микс такой ты сделала. Все, девчонки, давайте укладываться. Не хочу. Надо, Федя. Не хочу. Давай-давай. Не хочу. Шлафен? Давайте. Только, пожалуйста, не ругайтесь, ладно? Нормально засыпайте, без криков и без руганий. Музыка. Ага. Все, спокойной ночи. Пока, я пошла укладывать малышню. Рокстар. Всем пока-пока.
Где там наша малышня? Малышня? Макс, зубки чистить. Зубки. Ты сложила вещи свои? Ты в этом в школу пойдешь? Ты, если ты в этом в школу пойдешь, ну туда на стульчик положи. Положи на стульчик. Штанишки выверни с изнанки на лицевую. Да, и вон туда на стульчик положи. И носки снимай тоже. Вот. Это ты завтра наденешь. Теперь штанишки выворачивай. Нормально выворачивай, ты же не так их наденешь. Вот. Правильно все надо делать. Макс, пойдем зубки чистить. Ладно, ребят, будем мы спать собираться. Завтра в садик. Все, пока-пока. Пока. Пока. Спокойной ночи. Всем пока.